اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. дорогие братья, сегодняшняя тема нашей лекции — что подразумевается под верой. Когда мы говорим вера или верующий, что подразумевается под этим словом? На самом деле этот вопрос, вот кто такой верующий, что такое вера, что такое иман, является очень чуждым вопросом на территории Кавказа и на других территориях бывшего Советского Союза, можно сказать. Почему? Потому что там был полным ходом распространен ирджа, который говорил: вера — это чтобы ты верил, что Аллах есть, пророк Мухаммад, пайхамар Мухаммад, и все. Это человек верующий. На самом деле так было это. Были определенные люди, которые соблюдают религию, а остальные верующие тоже мусульмане. Почему они мусульмане? Потому что они в Аллаха верят, и пайхамар Мухаммад тоже верят. А на самом деле вера является ли всего лишь уверовать в Аллаха, что Аллах есть единый и Мухаммад его посланник, или что-то еще подразумевается под этим словом? И уверовать в Аллаха и в посланника, хватает ли человеку быть верующим? И ведет ли это его в рай? Это очень щепетильный вопрос на сегодняшний день на территории Кавказа и других территорий. И множество имамов, мечетей, и известные люди религиозные, они все говорят, они основа мусульмане, или там верующие, эти термины распространенные там. Когда ты говоришь, им не хватает, а амаль где, амаль тоже должно быть, они говорят, иман — это вера. Он же верит, значит муэмин. Однако, одно предисловие мы должны сделать перед тем, как начать этот урок. В шариате у любой вещи есть термин арабского языка и есть термин шариатского понимания. Любой вещь. Любой книга фикха открываете, китабу зака, например, открыли, да? Лугатан, что означает? Очищение. Истиляхан, то есть по шариату, что означает? То есть отдавать определенную сумму из определенной вещей, например, или там от животных, или от торговли, или от золота, или от серебра и так далее. То есть определенная сумма отдавать в течение определенного времени определенным людям, там большой термин получится. А на самом деле в арабском языке закат означает очищение. Возьмем, например, намаз. Саля. Что означает намаз? Это означает дуа, мольба. А когда мы смотрим шариатский термин этого слова, там написано бывает определенные слова и дела, которые открываются Аллаху Акбарам, которые заканчиваются ассаляму алейкум. То есть не ограничивается смысл слова на арабском языке, а мы ее толкование делаем, как это понимали ученые шариата. Мы же не можем сказать, что человек пришел в мечеть, поднял руки: «О Аллах, прости меня», сказал, ассаляму алейкум, ушел. Намаз делал, мы можем сказать? Не можем, конечно. Он же не сделал намаз. А на самом деле на арабском языке салля.
Он дуа сделал и ушел. Во всех вещах вот так это идет. Еще один пример. Мы сейчас, Рамадан у нас, даже сиям. Сиям знаете, что означает? Молчание. Сиям означает на арабском языке молчание. Целый день человек молчит и кушает. Можно сказать, что он постится? Нет же. Сиям мы первую ночь Рамадана объяснили, что такое сиям. Сиям это воздержаться от определенных вещей, определенное время, определенным условиям, да. Определенным условиям. Вот целый термин даже. Вот сейчас задается вопрос. Когда речь идет об имане, они забывают про шариатский термин и возвращаются к арабскому языку. Иман что означает? Иман означает признавать, верить. Да, правильно, в арабском языке это означает икрар или тасдик. И забывают термин, шариатский термин забывают. И начинают говорить, ты же не говорил на человека, который зашел в мечеть и сказал, о, Аллах, прости меня, ты же не назвал его молящимся, то есть, который сделал намаз. А почему здесь называешь ты его, исходя из арабского языка, муэмином, верующим? В то время, когда он не соблюдает тот термин, который шариатские ученые, имамы Ахлиссунна Валь-Джамаа поставили. Поэтому мы должны знать, что такое иман. Что подразумевается под словом иман? Иман, когда мы говорим в нашем шариате, в исламе пришло слово иман, что оно означает? Как ее понимали сподвижники, как ее понимали табиины, как ее понимали имамы Ахлиссунна Валь-Джамаа? Поэтому первое, что мы сделаем сейчас, мы вам расскажем определение имана. И'тикадум биль кальби, убеждение сердцем, ва каулюн биль лисани, слово языком, ва амалюн биль джаварихи, и дела конечностями тела, органами тела. Вот определение имана. Добавка есть к этому, язиду бит та'ати, увеличивается поклонениями, ва янкусу биль маасиати, и уменьшается ослушанием Всевышнего Аллаха, грехами. Вообще другая вещь даже. Вера, мы говорили, что это просто признавать. Иман это вера. Сейчас получается, иман это и слово, и вера, и дела уменьшается, увеличивается. Вот так мы должны понять, что такое иман. Так же, как мы посмотрели термин намаза, вернулись к ученым ислама, что они говорят про намаз, так же и про веру надо к ученым возвращаться, что они говорят, а не к словарю Баранова, что там написано иман. Значит, слово убеждение сердцем, слово языком и дела конечностями тела. Можно по-другому тоже разделить. Слово сердца и слово языка. Слово сердца и слово языка. Слово сердца какое бывает? Это имеется в виду признавать, убедиться, что Аллах есть, пророк есть и так далее. А слово языка – это произнести. Я свидетельствую, что нету достойного поклонения, кроме Всевышнего Аллаха, и Мухаммад, его посланник. И также дела сердца. Дела сердца. И дела органами тела. Дела сердца какие бывают? Дела сердца бывают, например, намерение, покорность Всевышнему Аллаху, искренность, подчинение, и надежда, боязнь, страх, любовь. Это все дела сердца. Не хватает, как в информацию ты поверил, что Аллах есть, и Мухаммад его посланник был. Это не хватает. Если у человека нет любви к Аллаху, любви к пророку, боязнь от Аллаха, субханаху та'аля, надежда на него, нет искренности, не поможет это. Это человек лицемер, даже если он поверил, что есть Аллах. Или есть пророк. Один из обязательных вещей – дела сердца. Слово сердца – это признавать. Как в информации, что есть Аллах, что есть пророк, поверил. После этого и дела должны появляться. А дела сердца – это покорность, искренность, любовь, надежда, страх, намерение. Это все заходит под дел сердца. Остается что? Последнее. Это амалюль джаварих. То есть дела конечности тел. Аллах говорит, делай намаз, намаз надо делать. Аллах говорит, выплачивай закат, надо выплачивать закат. Аллах говорит, соблюдай пост, надо соблюдать пост. Это дела конечности тела. Что есть? Сделать то, что Аллах тебе приказал, и оставить то, что Аллах тебе запретил. Вот иман. Вот иман, который сохраняет жизнь человека и его имущество. Вот иман, который человека ведет в рай.
Иман не только уверовал, иман не только сказал словом. Получается, что у нас? У нас иман три вещи. Убеждение, слово, дело. Если один уйдет, эти две не принимаются. Если этот уйдет, этот тоже не принимается. Знаете, какой пример у имана? У имана пример, как магриб намаза. Если два раката сделает магриб намаз, считается? Никогда не считается. Ни в сафаре, ни дома. Если магриб намаз сделает два раката, не считается. Почему? Потому что она составляющая, у нее три раката. Также составляющая имана три вещи. То есть один из них нету, не принимается оба. На это есть очень много слова ученых, мы еще прочитаем это. И тот, кто хочет изучить правильно акиду, вот эту акиду и остальные вопросы акиды, мы советуем, чтобы он прочитал вот эту книгу. Эта книга, дорогие братья, является очень полезной книгой, которая в себе собрала все вопросы, которые могут человеку в голову прийти, вопросы акиды. Все вопросы затронул. Я не видел подобную книгу. Много книг акиды я прочитал и видел, но подобную книгу я не видел. Почему? Потому что много книг бывает вопросов акиды. Но однако они большой акцент делают на один вопрос, а другой вопрос может вообще не упомянут, может чуть-чуть там с поверхности объясняют. Кто-то, например, асмау ва сифат больше акцент делает. Тавхид аль-асмау ва сифат. Кто-то, например, тавхид аль-улухия больше акцент делает. Кто-то на рубубия акцент делает, рассчитывая на безбожников, чтобы им дава делать. Кто-то вопрос валя бара больше затрагивает и так далее. Который называется аль-ваджиз фи акидати саляфи салих. Вероучение благородных предшественников, последователей сунны и единой общины. Автором является ученый Абдуллах ибн Абдельхамид аль-Атари. Абдуллах ибн Абдельхамид аль-Атари из Ирака, который живет в Стамбуле. И указывает на то, что эта книга на самом деле является удачной книгой в акиде, которая на правильном манхаджи и на правильной акиде, что с разных стран мира предисловие написали на эту книгу. Около 20 ученых, известных ученых мира, написали предисловие этой книги, что эта книга является правильной книгой акиды и что она является на правильном манхаджи. То есть она в себе включает, начиная с шести столпов имана, потом что такое иман, что такое куфр, правила такфира, что такое валя и бара, что такое предостережение и обрадование, ваид и ваад. Потом идет караматуль аулия, что такое наше отношение к сподвижникам пророка, саллаллаху алейхи вассалям, отношение к бид'а и к нововведенцам и так далее. То есть все, что затрагивает, и вопрос по повиновению и подчинению правителям, когда нужно подчиняться, когда не нужно подчиняться. То есть все вопросы касательно акиды, он упомянул в этой книге, коротко и ясно приводя доводы и слова ученых, имамов. Однако он не затрагивает диалог и диспут с оппонентами. Почему? Потому что это уже многотомник должен быть для этого, чтобы привести их шубухаты, ответить на них, мы так говорим, они так говорят и так далее. Он это не упоминает. Он чисто нашу позицию, позицию Ахли Сунна валь Джамаа в вопросах акиды выставляет в эту книгу, подкрепляя доводами из Корана и Сунны и словами наших праведных предшественников. Поэтому я советую каждому мусульманину, чтобы купил он эту книгу и прочитал свою акиду, чтобы он знал свою акиду. Как мы сказали, тот, кто не знает свою акиду, ему могут любую акиду пихнуть и внедрит в него, и загрузит. Любой человек может его загрузить. Поэтому каждый мусульманин, я надеюсь, что эта книга зайдет в дом каждого мусульманина, который придерживается акиды Ахли Сунна валь Джамаа. Поэтому тот, кто хочет уже удостовериться, читать по этому вопросу, он может прочитать книги, там и доводы, и хадисы, и аяты, и слова ученых, все как бы удостоверено. Значит, мы сказали, что иман – это три вещи, подобные трем ракаатам магриб намаза. Если один ракаат нету, намаз не считается. Так же, как из трех составляющих вещей, если одно нету, иман не считается человека. Не принимается этот иман. Это не вводит его в рай. Это не защищает его кровь.
это не защищает его имущество. Поэтому у нас есть такое правило. «Ля имана илля биль амаль». Нету имана, кроме как с делами. «Валя кавля, валя амаля илля бин ния». И нету слова, и нету дела. Они тоже не принимаются, кроме как с намерением, искренностью. Если нету из сердца искренности, слова и дела тоже не принимаются. «Валя кавля, валя амаля, валя ниета илля би муафакати сунна». Искренность тоже есть, дела тоже есть, слова тоже есть. Однако не соответствует сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, тоже не принимаются. Вот такое правило есть. У нас это правило упомянули много имамов, наших салифов, как имам Аль-Аузаи, Суфьян Ас-Саури и Аль-Хумейди, и другие многие упомянули это правило. Несколько аятов и хадисов прочитаем, которые указывают на то, что иман включает в себе дела. Поклонение Всевышнему Аллаху. Например, Всевышний Аллах в Коране говорит: «Вама кана Аллаху ли юдиа иманакум, инна Аллаха бин наси ля рауфур рахим». Аллах не сделает ваш иман тщетным. И Аллах является к людьми милостливым. Этот аят Аллах говорит: «Аллах не сделает ваш иман тщетным». Этот аят не спасался по поводу намаза. Пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, будучи в Мекке, молился в сторону Байт-уль-Макдис, в сторону Палестины, Шама. Когда сделал хиджру, через определенное время, через 9 месяцев, некоторые ученые говорят, через 16 месяцев, говорят другие, не спасались аяты, в котором были приказы, чтобы он повернулся в сторону Каабы. Они повернулись в сторону Каабы и начали молиться в сторону Каабы. Возник вопрос у сподвижников. А те сподвижники, которые умерли и молились в сторону Шама, что будет с ними? Их намаз будет принят? Аллах не спасает аят. Аллах не сделает ваш иман тщетным, бесполезным. То есть это тоже будет принято. И ученые сказали, этот аят из самых сильных доводов, что под иманом подразумеваются дела. Почему? Потому что Аллах иман назвал намазом. Поняли? Иман назвал намазом. Также Всевышний Аллах в Коране говорит: «Иннама л-му'минуна л-ладина иза зукир Аллаху ваджилат кулюбухум». Поистине, верующие — это те, когда упоминают имя Аллаха, их сердца смягчаются. «Ваиза тульят алейхим аятуху задатхум имана». Когда над ними читают аяты Аллаха, это увеличивает их иман. «Ва аля раббихим ятаваккалюн». И они уповают на Всевышнего Аллаха. «Ал-ладина юкимуна ссалята». Они совершают намаз. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. И они дают закат из того, что Аллах наделил их. أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا. Они настоящие мусульмане. Поистине они являются мусульманами, они являются верующими. Кто является верующим? У которого сердце смягчается, когда упоминается имя Аллаха. У которого иман увеличивается, когда читают аяты из Корана. Который совершает намаз, который выплачивает закат. Они поистине мумины. Они мумины, те, которые спорят, что они мусульмане, а на самом деле ничего не делают. И им не прибавляют иман, когда перед ними читают аяты Корана. لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ. У Аллаха приготовлены для них ступеня в раю и прощение грехов, وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. И благородные пропитания. Также Всевышний Аллах в Коране всегда связывает иман, вера с амалем. Веру Аллах всегда связывает с делами. Нету такого, что Всевышний Аллах обещает рай только по причине их веры, признания, что Аллах есть и пророк есть. Такого аята вы в Коране никогда не найдете. Везде Всевышний Аллах что говорит? «Инна ллядина аману ва амилу ссалихат». Поистине те, которые уверовали и совершали благие дела. «Канат ляхум джаннату ль-фирдауса нузуля». Для них будут сады Фирдауса местом прибития. Не говорит Аллах: «Инна ллядина аману ляхум джаннату ль-фирдауса нузуля». Те, которые уверовали, для них будут сады Фирдауса местом прибития. Также Всевышний Аллах говорит: وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. И это рай, который будет вам унаследован за ваши дела, за то, что вы совершали. Не за то, что вы говорили, не за то, что вы уверовали, признавали. Нет. بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. За то, что вы совершали. Из-за дел. Также пророк, саллиллаху алейху салям, говорит: الْإِمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةٌ. Иман является 70 чем-то ответвлений.
То есть ветки есть у имана 70 чем-то. Если иман всего лишь являлся бы верой, то есть сердцем, убеждением, то как может пророк сам сказать, что иман является 70 чем-то веткой? فأفضلها самое высшее قول لا إله إلا الله. Это сказать لا إله إلا الله, недостойного поклонения, кроме Всевышнего Аллаха. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. Самое низкое — убрать то, что мешает людям с дороги. والحياء شعبة من الإيمان. И стеснение является веткой имана. То есть частью имана. Субханаллах, этот хадис само по себе указывает на то, что иман является тремя вещами. Как? Первое слово, قولу لا إله إلا الله, даже إماطة الأذى عن الطريق. То есть это что? Сделал. والحياء شعبة من الإيمان, это дела сердца. Стеснение. Стеснение же не может быть на словах или на делах. Это будет сердце, стесняется человек. Также из акида Ахли Сунна валь Джамаа, как мы сказали, что иман увеличивается и уменьшается. И верующие, они на разных уровнях. Кто-то выше может быть, кто-то ниже. Не бывает такой, человек уверовал, и все на одном уровне. У меня и у Абу-Бакра, ради Аллаху Та'ала Анху, один и тот же иман. Или у меня и у ангела один и тот же иман. Нет, никогда такой не бывает. Это акида мурджиитов. Они говорят, наш иман и иман Абу-Бакра похожи. Он тоже уверовал, мы тоже уверовали. Ангелы тоже уверовали, мы тоже уверовали. А на самом деле акида Ахли Сунна валь Джамаа, что люди на разных уровнях в своем вере, смотря на их усердствие, смотря на их поклонение. Всевышний Аллах в Коране говорит: وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا. Когда какая-либо сура не спосылается, из них кто-то спрашивает, кому этот аят или сура прибавила имана? فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا. Те, которые уверовали, они что говорят? فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا. У них этот иман увеличился посредством этой суры. وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Они ликуют, друг друга обрадуют они. Также Всевышний Аллах говорит: وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. Когда над ними читают аяты Корана, это прибавляет им иман. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. И они уповают на Аллаха. И все, что увеличивается, прибавляется, она и убавляется, и уменьшается. Это ясная вещь. Любая вещь, которая увеличивается, она уменьшается. И на это другой хадис тоже указывает, который передал Бухари и Муслим. Который передал Муслим, не Бухари. Если кто-либо из вас увидит мункар, то есть запрещенное, предосудительное, что делаете? То пускай его изменит своими руками. Если не сможет, пускай изменит своими словами. Если не сможет, пускай изменит своим сердцем. Пускай сердцем хоть недоволен будет, пускай встанет и уйдет. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. Это является самым слабым иманом. Это на что указывает? На то, что иман уменьшается туда. Так же, как и увеличивается. Так понимали сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, иман. Иман что такое? Они его так понимали. Что иман просто словами не заканчивается. Что иман и слова, и дела, и убежденность, и страх перед Аллахом, и любовь к Всевышнему Аллаху, и его пророку. И вот таким образом они понимали ее. И также они понимали, что одни из них выше уровнем имани, чем другие. Они 100% знали, что Абу-Бакр и Умар, у них иман выше, чем у других. Почему? Потому что они, у них больше поклонений было, больше любви было, больше увидели на пути Аллаха и так далее. Абдуллах ибн Мас'уд, ради Аллаху та'аля анху, дуадил: Аллахумма зидина имана. О Аллах, увеличь наш иман, прибавь нам имана. وَيَقِينًا, и убежденности, وَفِقْهَا, и понимания. Это на что указывает? На то, что сподвижники пророка Ислам были убеждены, что иман увеличивается и уменьшается. Поэтому они дуа делали: «О Аллах, прибавь нам имана». Абдуллах ибн Мас'уд, и Абу Хурайра, и Абу Дарда, и другие сподвижники говорили: «Аль-иману язиду ва янкус». Иман увеличивается и уменьшается. Ваки ибн аль-Джаррах, рахимахуллаху та'аля, один из табиинов, говорит: «Ахлю суннати якулуна аль-иману каулуну амаль». Ахлю сунна говорят, что иман – это слова и дела. Не только слова. Также на это указывают слова Абдуллах ибн Мас'уда, ради Аллаху та'аля анху. Очень мудрые слова. «Лайса ли иману бит тахалли, ва ля бит таманни».
Иман не является приукрашением и не является мечтами. Он мечтает, я хотел бы попасть в рай. Я мечтаю о довольстве Всевышнего Аллаха. Это не иман. И не украшение. Хамис одел, это не иман. Бороду отпустил, это не иман. Сивак почувствовал, это не на этом заключается иман, на украшение мусульман. Что такое иман? Валякин ма вакара фил кулуби. То, что утвердилось в сердцах, успокоилась там она. 100% убежденность в нем. Васаддакатху ля амаль. И оправдала то, что утвердилось в сердцах. Что оправдала? Дела оправдали то, что там есть. Если дела не оправдают то, что утвердилось в сердце, значит это ложь, то, что у него утвердилось. Он просто спорит, что утвердилось. Не может быть такое, чтобы у него сердце было наполненным иманом и таухидом, и его дела не появляются. Ничего не делает из того, что Аллах приказал ему. И делает все, что Аллах ему запретил. Не может быть же быть такое. Это противоречие. Пророк, саллиллаху алейху салям, говорит: «Ва инна фил джасади мудгатан». Поистине в теле человека есть кусок мяса. Ида салюхат салюха аль-джасаду куллю. Когда она становится лучшим, хорошим, то все тело становится хорошим. Ва ида фасадат фасад аль-джасаду куллю. Когда она портится, все тело портится, говорит. Когда портится вот этот кусок мяса, все тело у него портится. Это на что указывает? Что вы поняли от этого хадиса? В теле человека есть кусок мяса. Когда она улучшается, все тело улучшается. Что это на что указывает? Если у него тело плохое и дела плохие, значит в сердце ничего хорошего нету. Если было бы там хорошее, это и на теле проявилось бы. Если его дела плохие все, ни один фарз не выполняет и все харамное делает, значит сердце тоже плохое. Это взаимосвязано. Когда это сердце улучшается, дела тоже улучшаются. Когда сердце ухудшается, дела тоже ухудшаются. Она взаимосвязана. Аля вахия аль-кальб, сказал Пророк в конце, это и есть сердце. Аль-Хафид Абу Амр, Аль-Хафид Абу Умар ибн Абдельбар, великий имам маликитского мазхаба и имам мухаддитов Магриба, он говорил: «Аджма'а ахлю л-фикхи валь-хадифи». Единогласное мнение фукахау и мухаддисов. Аля анна л-имана каулун амаль. Что иман является словом и делом. Валя амаля илля биния. И дела не принимаются, кроме как если намерение будет, искренность будет. Валь иману индахум язиду битта'ати, ваянкусу бильма'асия. И иман увеличивается поклонением и уменьшается грехами. Ватта'ату куллюха индахум иман. Все виды поклонения у них считаются иманом. То есть это на что указывает? Этот великий имам, имам мухаддитов Магриба, факих, он говорит, что единогласное мнение фукахау и мухаддитов, это иджма', дорогие братья. И никто им не противоречил из ахлю сунна валь-джамаа, кроме заблудших сектантов, мурджиитов, джахмитов, мутазилитов и так далее. И те, которые последовали за ним, некоторые из ашаритов и матуридитов, они противоречили им. Коротко сказать, иман это то, что утвердилось в сердце, и произнесся на языке, и подтвердил его дела. Эти три вещи иман. И тот человек, который говорит амаль, то есть дела, никакое отношение не имеют к иману, это человек мурджиит. У этого человека акида ирджа. Заблудшая акида единогласная. Тот человек, который говорит амаль, никакое отношение не имеет к иману, то есть даже если ничего не делает человек, он остается верующим, это человек мурджиит. Это человек акида ирджа. Оставить весь амаль, то есть ничего из религии не делает человек, этим человек становится неверным. Этим человек становится. Почему? Потому что он оставил амаль. Аслуль амаль. Основу дел оставил он. И основа дел у ахля сунна валь-джамаа, что является? Это намаз. Как минимум у него должен быть дела сердца, он должен бояться Аллаха, любить Аллаха. И как минимум из дел конечности тел он должен намаз делать. Тот, кто не сделал намаз, не делает намаз и не собирается делать намаз, этот человек становится неверным. Этот человек становится неверным. И много хадисов на это указывающих. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُ الصَّلَاةَ
واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Всевышний Аллах в Коране говорит, а за ними пришли люди, халифун, адау салят, которые оставили свой намаз и последовали за своими страстями. Что Аллах говорит? Фасауфа ялькауна гайя. Они встретят ад. Гай – это ущелье в аду. Они встретят ад. Также пророк, саллиллаху алейхи салям, говорит, «Аль-ахду лави байнана ва байнахум ас-салях». Договор, который между нами и ими, то есть ими кто имеется в виду? Не фасики, кафиры имеются в виду. Ас-саля, фаман таракаха факад кафар, кто оставил намаз, тот стал кафиром. Я первую ночь Рамадана тоже рассказывал хадис, который передал имам Ахмад и другие. Всевышний Аллах предписал над своими рабами 5 намаз. Пророк, саллиллаху алейхи салям, говорит, тот, кто сделал эти 5 намаз, тому будет спасение, тому будет доказательство, тому будет нур, свет в судный день. А тот, кто не сделал эти 5 намазов, у того не будет ни света, ни доказательства, ни спасения не будет ему. И он будет воскрешен с кем? Помните вы, с кем будет он воскрешен? Каруном? Фараоном? Убайи ибн Халифом. С Убайи ибн Халифом. Вот сейчас вы представьте себе, что мусульманин будет воскрешен с фараоном, и с Каруном, и с Убайи ибн Халифом. Убайи ибн Халиф, мы объяснили, кто такой. Это человек, единственный человек, который пророк сам его убил. И хадис пророка сам: проклят тот, кого убил пророк, или кто убил пророка. Вот фараон, который говорил, я Господь ваш. Карун, его заместитель, который его поддерживал и заблуждал людей. И Убайи ибн Халиф. Вот представьте себе, мусульманин воскрешается, вот четвертый человек, мусульман здесь стоит. Такое может быть? Не сказал пророк сам, он будет воскрешен с фасиками, он будет воскрешен с залимами, он будет, даже не сказал, он будет воскрешен с кафирами. Сказал, он будет наихудшими кафирами воскрешен. И это тоже является одним из самых сильных доводов на то, что тот человек, который не делает намаз, он является неверным. Потому что неверный только будет воскрешен с неверными. Также из моментов, которые мы должны знать, ахлю сунна валь джамаа не отбирают у человека иман. То есть не говорят на человека кафир, пока он не сделает то, что нарушает его религию. Из-за того, что он оставил какой-то фарз, например, сегодня пост пропустил по своей халатности, или там закат не уплачивает по своей жадности, он говорит, нужно давать. Или он не слушается своих родителей, или он не слушается своего амира. Этим человек кафиром не становится. Это фиск. Пока он это халялем не считает. Это является фиском. Пока он не сделал то, что нарушает его религию, мы не называем человека кафиром. Иман у него остается. Пока он поклоняется Всевышнему Аллаху своими убеждениями и словами и делами. И тот человек, который совершает тяжкие грехи, для нас, ахлю сунна валь джамаа, он является мусульманином, грешником. Он является верующим своим иманом и является грешником своими грехами перед нами. Он для нас фасик, тот человек, который совершает тяжкие грехи. А перед Аллахом, Аллах лучше знает, что с ним сделать. Хочет простит, хочет накажет. Это Аллах лучше знает. Из-за того, что человек совершил даже тяжкий грех, мы не можем сказать, что он попадет в ад. Почему? Потому что Аллах может простить его. Всевышний Аллах только не прощает ширк. Что Аллах говорит в Коране? «Инна Аллаха ля ягфиру ан юшрака бихи, ва ягфиру мадуна далика лиман яша». Аллах не прощает, когда ему предаются товарища, а все остальное Аллах прощает, кому захочет. Не всем прощает, поэтому нету гарантии. Кому захочет прощает, а откуда ты знаешь, Аллах захочет тебе простить или нет? Поэтому тот человек, у которого есть иман, например, как минимум намаз делает, даже если он совершит тяжкие грехи, мы не имеем права его назвать кафиром. И это является акидой хавариджа. Они, если человек выпьет спиртное или там совершит прелюбодеяние, они говорят, он кафир. Он будет вечно в аду гореть. Это акида хавариджа. Также из моментов имана есть определенные грехи, когда ты их совершаешь,
иман уходит от тебя. Когда ты уже закончил совершать этот грех, возвращается иман. То есть ты пожалел об этом, возвращается. Оставил, возвращается. Хадис есть. «Ля язни зани вахуа му'мин». «Хина язни вахуа му'мин». Не сделает прелюбодеяние человек, когда он совершает прелюбодеяние, будучи верующим. Иман уходит от него, будучи прелюбодеем. Оставляет, возвращается иман. Поэтому некоторые ученые сказали, тот человек, который умрет во время этого греха, этот человек кафиром умрет. Валяйазу биллях. Вот такой опасности есть у человека, который совершает тяжкие грехи. Если он умрет, выпивая спиртное, то есть будучи, как сказать, пьяным, похмелье, этот человек умирает кафиром. Есть ученые, которые даже так сказали. Почему? Потому что хадисы. «Ла ясрику сарику ва хуа ясрику фа ва хуа му'мин». То есть не ворует вор, будучи, когда он ворует, будучи му'мином. Поэтому очень должны быть осторожны, приближаться к тяжким грехам. Почему? Потому что когда человек совершает определенные тяжкие грехи, у него иман уходит. Ибн Аббас, радиаллаху та'аля анху, говорил своим детям. Приводил их и говорил, не поженит ли мне тебя? Давай мы тебя поженим, чтобы ты не попал в зина. Поистине, ма мин абдин язни, любой раб, когда он делает зина, илля наза Аллаху минху нур аль-иман. Кроме как Аллах снимает с него свет имана. Его спросили, Икрима спрашивает его ученик. Он говорит, как снимается, говорит. Он сделал вот так, шаббака байна асаби'ихи. Так сделал между его пальцами, то есть вводил одни пальцы в другие и сказал, вот так Аллах снимает иман от него. Фаин таба ада илейхи хаката. Если он таубу сделал, обратно возвращается к нему. Шаббака байна асаби'ихи. Остался еще один вопрос, касающийся имана. Можно ли сказать, я верующий, иншаллах? Как вы думаете? Нельзя говорить? Можно говорить. Асан, хорошо ответил, брат. На будущее, потому что мы верим в предопределение Аллаха. Человек может всю жизнь делать хорошие дела, когда остается локоть между ним и между раем, может предписание Аллаха опередить его, и он начнет делать дела ада и попадет в ад. Поэтому, иншаллах, мы верующие, иншаллах, мы останемся на этом вере. Иншаллах, мы надеемся, что мы делаем все, что от нас требует наша вера. С этим смыслом даже желательно говорить иншаллах. Однако, иншаллах сказать со смыслом, как будто ты сомневаешься в вере в Аллаха, это куфр. Поэтому некоторые ученые сказали, нельзя говорить иншаллах. Имея в виду, что нельзя сказать иншаллах, как будто ты сомневаешься. И те люди, у которых ирджа есть, они тоже говорили, иншаллах нельзя говорить. Почему? Потому что у них вера одна вещь. Или уверовал, или не уверовал. Поэтому если ты скажешь, иншаллах уверовал, значит ты не уверовал, получается. А на это есть доводы, на то, что можно это сказать. Например, Всевышний Аллах в Коране говорит, «Фаля тузакку анфусакум, хуа а'ламу биман иттака». Не очищайте сами себя. То есть, не давайте себе оценку, что вы верующие, что вы богобоязненные. Аллах лучше знает, кто из вас богобоязненный. То есть мы имеем в виду, когда говорим, мы верующие, иншаллах, имеется в виду, мы надеемся, что мы выполняем все, что от нас требует иман. Имеется в виду, что мы надеемся, что мы умрем на имане. Другой хадис. Пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, говорит, когда человек идет на кладбище, пускай он скажет, ассаляму алейкум ахля дияри миналь му'минина валь муслимин. То есть мир вам, люди, этих домов, то есть этого, как сказать, ахлю дия, могилы имеется в виду, из мусульман, из веру, из муминов и из муслимов. Потом говорит пророк, ва инна инша Аллаху бикум лахикун, и мы инша Аллах догоним вас. Имеется в виду на вере, будучи мусульманами, мы инша Аллах догоним вас. Хотя мы, он же знает, что он мусульманин, хотя он убежден, что он умрет и догонит их, но все равно пророк говорит инша Аллах. Имеется в виду инша Аллах на этой вере, к мусульманам мы примкнем. Асалю Аллаха ляна ва лякум ляафия. Просим у Аллаха для них и для нас прощения. Значит, еще одно слово. Абдуллах ибн Масуд ради Аллаху анху говорит. Ман шахида аля нафсихи аннаху му'минун, фалиашхада аннаху фил джанна. Тот человек, который засвидетельствовал, что он верующий, му'мин, то есть имеется в виду полным смыслом этого слова, пускай засвидетельствует, что он в раю.
Может кто-нибудь из нас засвидетельствовать, что он будет в раю? Нет же. Также мы не можем сказать, что мы полноценным иманом, то есть со полным смыслом слова имана, что мы скажем, что мы верующие, точно. Иншаллах, надеемся, что мы вот такими ими являемся. С этим смыслом даже ученые сказали, желательно сказать. Имама Ахмада, рахимахуллаху тааля, спросили про иман. Он сказал, каулюн ва амалюн ва ния, слово и дело и искренность. Ему сказали, если кто-нибудь ему скажет, ты верующий, как ответить ему? Он сказал, это беда. То есть спросить у человека, ты верующий, ты мумин, вот так спросить, это является беда. Может человек спросить, муслим, то есть первый встретился человек, ты муслим спросить, это можно? Мусульманин нет. Но мусульманина спрашивает, ты мумин? Это нельзя, это беда, нельзя так спрашивать. Потом тот ученик его говорит, а если спросили, что сказать? Муминун, иншаллах, скажи, говорит, иншаллах мумин. То есть, иншаллах мумин, надеемся, что мы на таком уровне имана, надеемся, что мы выполняем все, что от нас требует наш иман. Это одно слово прочитаем в конце. Имама Аль-Бухари, рахимахуллаху тааля. Он говорит, я встречался с более чем 1000 шейхов. То есть у меня были более чем 1000 шейхов. Представляете себе? У него учителей более чем 1000. Он весь исламский мир прошел. То есть получал знания у этих ученых, хадис. Он говорит, из людей Хиджаза, Мекки, Медины, Куфы, Басра, Васит, Багдад, Шам, Миср. Весь исламский мир он то есть, прошел. И потом он говорит, «Лакитухум карратин карнам бада карн». Несколько раз даже встречал их, одного и того же шейха. То есть круг сделал, опять вернулся, еще раз встретил его. «Адрактухум вахум мутавафирун». То есть я их встречал, я их нашел, все они были. Одно время, вот, все больше, чем 1000 шейхов, имамов, ахли сунна валь джамаа. Я встречаю, продолжаю встречаться с ними уже больше, чем 45 лет, он говорит. То есть, как он начал требовать знания, он встречается, видится, разговаривает с ними. И начал перечислять их имена. И говорит, что он перечислил более 50 имен. И сказал, я бы перечислил бы их всех. Боюсь, что это длинный такой слизистый получится. Потом он говорит, «Фама раайту вахидам минхум яхталифу фи хадхи аль-ашья». Я не нашел ни одного человека из них, который противоречит другому в этих вещах. И начинает их акиду рассказывать. Какое убеждение у них было. Он говорит, «Анна дина каулюн ва амаль», что религия это слово и дело. Первое, что он сказал. Более чем 1000 шейхов. Во всем исламском мире. Он со всеми поговорил. У всех брал знания. И они говорят, все они единогласно говорили, что религия это слова и дела. То есть религия только не слова. Дела обязательно, чтобы религия была. Потому что Всевышний Аллах в Коране говорит, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. И не было им велено, кроме как поклоняться Всевышнему Аллаху искренне, исповедуя религию Всевышнему Аллаху, حُنَفَاءَ, отклоняясь от ширка и придерживаясь таухида, وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ, и чтобы они совершали намаз, وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ, выплачивали закат. И в конце Аллах что говорит? وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَ. Это и есть истинная религия. То есть, если этого нету, это не истинная религия получается. ثُمَّ يَسْرُدُ بَقِيَّةَ اَعْتِقَدِ. Потом начал перечислять все остальные их убеждения, этих имамов. Это еще один иджма'. Еще один иджма'. Еще одно слово приведем. Имам Аш-Шафии, рахимахуллаху та'аля, сказал. Все ученые Ахли Сунни, начиная со сподвижников, табиинов, атбау табиинов, которые их встречал, все они говорили, что иман является словом, делом и искренностью, то есть убеждением, искренностью. И не принимаются все эти три вещи, если отсутствует один. Прямо это слова имама Шафии, рахмату алейхи. Это три вещи, эти двое не принимаются, если это нету. Эти двое не применяются, если этого нет. Это слова имама Шафия, рахима та'аля, передает. Эти все слова, которые я приводил, сподвижников и табиинов, приводит имам Аль-Хафид Аль-Ля-Ля-Каи, рахима та'аля, в своем книге «Шарху Утикады Ахли Сунна Валь-Джама'а». Поэтому, дорогие братья, этот вопрос акиды очень важный. И я вам советую и завещаю вам,
куда бы вы ни пошли, где бы вы ни сидели, распространяйте эту акиду. Оно является чуждым для людей. Люди думают, что иман, то, что они уверовали в Аллаха, уверовали в посланника Мухаммада, у них души чистые, они думают на самом деле, а на самом деле не чистые они. Они не воруют, не убивают, там, зульму не делают никому, и они попадут в рай, они думают, не совершая ни один суджуд Всевышнему Аллаху, не подчиняясь заветам Всевышнего Аллаха. Они так думают, они обмануты. Это не их вина, это вина тех ученых, которые распространяли этот ирджа в обществе мусульман. А мы должны распространять правильную акиду в обществе и в среде мусульман. И в конце прошу Аллаха Субхану ва Тааля, чтобы Аллах укрепил нас на эту акиду и дал нам тауфик распространять эту акиду. Вальхамдулиллахи Раббиль Аалямин.